Что за лицо? Так ты отправишься к моему льву. Простите, Валиде. С приходом этой женщины я лишаюсь и покоя, и настроения. Соберись с умом, Айше. Ты не позволяй ей одержать победу на твоем поле боя. Воспользуйся немного тем, что ты женщина. Не волнуйтесь, султанша. Я больше не совершу ошибок. Иншаллах. Благодарю вас за то, что вы приняли меня. Мне стало интересно, как вы. Я пожелала прийти и увидеть, поговорить. Я и так желал тебя позвать после вчерашнего вечера. То, что ты убила этого подлеца, прекрасно. Я не желаю, чтобы все оставалось без ответа. Ты получишь вознаграждение. Какая радость. Вы одарили меня честью своим великим сердцем. Если больше нечего сказать... Есть. Вы знаете, что и для чего я сделала. Знаете, что сожалела. Зная это, почему вы так плохо ко мне относитесь? Разве вы не замечаете, как я страдаю, насколько ранена и сломлена? Я пощадил твою жизнь. Ты возвращаешься на родину. Воссоединишься со своей Валиде. Чего ты еще хочешь, Фария? Из-за этого вы меня простили. Чтобы каждый день я вспоминала об этом и сокрушалась. Мои решения не изменились, Фария. Сразу же после смерти твоего дяди ты вернешься к себе на родину. До того самого дня я и видеть тебя, и слышать не хочу. Дайте весть султану, что я пожаловала. Войди. Повелитель, Айша Султан пожаловала. Пусть ожидает. Мурат, Мурат. Насколько ты сильно меня ненавидишь? Я всем своим существом, душой и сердцем желаю быть с тобой. Ты от меня отступишься? Вернись в свои покои, Фария. А кто внутри? Почему я ожидаю? Айша Султан, у двери заждалась. Видно, что ты пришла для того, чтобы умолять. Но я слышала решение султана. Он сказал нашей Валиде, что Фарья больше не имеет никакой цены. Ты покинешь дворец. Значит, он стер твое имя из своего сердца. Войди. Повелитель. Что-то случилось, Айше? Калфа приготовила баню. Они спросили. Я сказала, что лично помогу повелителю искупаться. Да и к тому же, что-то должно случиться. Я мать твоих детей. Принцесса. Я вам говорила, что не стоит идти. Что-то плохое случилось.
Султан Мурат меня никогда не простит, Нуну. Ясно, что он борется с собой. Я уверена, что он любит меня. Но его гордость превыше всего. Он откажется от своего решения и примет вас в свой гарем. Вы будете его женщиной? Вы этого желаете? Не знаю. Это и есть самое ужасное. Я такого раньше не чувствовала. А сейчас... Сейчас я остаюсь без дыхания. В груди словно... Словно... рана от кинжала. С ним сейчас Айше Султан. Последние события напрягли каждого из нас. Мы могли бы немного отдалиться. Отправимся в Эдирне, например. При любом удобном случае мы отправлялись туда, и ты забирал меня с собой, вдали от шума столицы. Вдали от любопытных глаз наши дни проходили в покое, особенно ночи. Поедем. Наведем порядок. А уж после отправимся. Повелитель, позволь сегодня остаться с тобой. Останусь, дабы забрать у тебя твои проблемы и печали.